Национальные блюда, песни и танцы. Фестиваль украинской культуры проходит в пригороде Вашингтона. Там побывали корреспонденты UATV. Чем угощали и как развлекали на фестивале? Далее в сюжете. Больше 20 тысяч вареников, несколько тысяч голубцов и прочих блюд украинской кухни. Все это приготовили на фестивале украинской культуры в пригороде Вашингтона. И все можно попробовать. It's beautiful. It's amazing. Здесь прекрасно, чудесная музыка и еда. Мы еще хотим попробовать выпечку, вот как раз спешим ее взять. Здесь, в самом сердце США, звучит народная музыка. На сцене артисты в национальных костюмах исполняют украинские танцы. Фестиваль украинской культуры в пригороде Вашингтона проходит по инициативе религиозной общины. Средства с продажи еды, украшений и сувениров пойдут на организацию праздника в следующем году. Мы не зарабатываем. Это все для того, чтобы здесь, в столице, показать украинскую культуру. На фестиваль приглашают народных артистов и коллективы. Подготовкой занимаются почти целый год. Угощения готовят тут же, в церкви. Приобщают даже самых маленьких. В церкви мы лепим вареники. Очень много. Было весело. На фестиваль приходят как украинцы, так и американцы из Вашингтона и соседних штатов. Организаторы вспоминают, первый раз удалось собрать порядка 400 людей. А последние несколько лет узнать об украинской культуре приезжают около 15 тысяч человек. Подобные фестивали проходят по всей Америке. Я был на многих, открывал их, но этот один из лучших в США. Здесь есть также отдельная детская зона, где малыши могут поиграть или же своими руками сделать на память украинский сувенир. Александр Кулибаба, Павел Суходольский, Вашингтон, UATV.